Российский экипаж машины химической разведки РХМ-4 – победитель в индивидуальной гонке международного конкурса «Безопасная среда». Он открылся в Ярославской области в учебном центре «Песочная» военной академии Тимошенко. Россияне показали лучшее время преодоления трассы – 24 минуты 46 секунд. Второе место у экипажа Беларуси, третье у Китайской Народной Республики. В ходе этапа военнослужащие шести государств в составе экипажей машин химической разведки преодолевали препятствия на маршруте протяженностью более 6 километров, а также выполняли задачи по обнаружению радиоактивных источников, зараженных предметов и специальной обработки бронетехники. Качество оценивали судьи с помощью средств объективного контроля. Водители должны были продемонстрировать свое мастерство при прохождении водной преграды, змейки, колейного моста, а также рвов и косогоров. Здесь все соревновательный момент. Хочется побыстрее найти, а не ошибиться. На тренировках все-таки можно немножко ошибиться. Немножко неправильно что-то сделать, а тут надо качественно выполнять свою работу, чтобы было все без ошибок. В конкурсе принимают участие команды военнослужащих от вооруженных сил Египта, Ирана, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, России. Впервые в конкурсе участвуют команды от Армении. В ходе конкурса «Безопасная среда» пройдут этапы огневой подготовки и эстафеты.